На северо-востоке Средней Азии лежит прекрасная земля со снежными горами и теплыми субтропическими долинами. Это советская Киргизия. В цветении молодость края, в камне его история. Так говорят поэты и историки. В киргизском эпосе «Манас» есть такие строки. Что было вчера, того нет сегодня. Только земля черногрудая на извечном месте своем. От тех дней и до этих слово рождало слово, мысль рождала мысль, дело рождало дело, песня сливалась с песней, быль стала древним преданием. Сказано это о Киргизии, и вот об этих руинах средневекового городища Бурана, через который некогда проходил великий шелковый путь в Индию. Чтобы познакомиться с днем вчерашним и днем сегодняшним нашей республики, надо ее увидеть. И мы всегда рады гостям. Знакомство, как правило, начинается с города Фрунзе. В гостинице «Алатоу», где проживают зарубежные гости, созданы уют и комфорт. Фрунзенцы гордятся историей своей столицы, в которой отразились огромные перемены, произошедшие за годы советской власти. Фрунзе не похож на древние среднеазиатские города. В нем нет таких уникальных памятников седой старины, как в Хиве, Бухаре или Самарканде. Город молод. Молоды его здания, молоды люди. Это город студентов, центр научной и культурной жизни. За время, равное жизни одного поколения, некогда отсталая окраина Российской империи при помощи братских народов СССР превратилась в цветущую республику. Духовная культура народа в его художественном наследии. Традиции современного прикладного и декоративного искусства Киргизии идут из далекого прошлого и во многом обусловлены многовековым кочевым образом жизни. Народные умельцы
берут за основу национальный орнамент, подсказанный самой природой, и запечатлевают жизнь такой, какая она есть, без прикрас и преувеличений, ибо жизнь сама по себе прекрасна. Контрастна и своеобразна природа Киргизии. Альпийские луга и леса из теньшанской ели, горные ущелья с бурлящими реками, уникальный животный мир, достойный того, чтобы полюбоваться ими, запечатлеть на пленку и увести с собой туда, где нет ничего похожего на все это. В Киргизии вы сможете вкусить душистого шашлыка и испить целебного живительного напитка кумыса. Вы можете проникнуться азартом конно-спортивных игр, в которых и удаль легендарного Манаса, и сила характеров его потомков. Можете приобрести вот эти маленькие шедевры искусства, в которых поэтическая, светлая, детская душа народного умельца. Приезжайте в наш горный край. Советская Киргизия приглашает вас.